это белые белые. Ладно, я не буду показывать. Спасибо всем большое. Пошлите посмотрим на бар. Вот еще. Сейчас мы посмотрим на баранов. Барашки. Пошлите посмотрим на следующих. Здесь шерсть баранья. Здесь мягко, вот здесь по-обычному. Видишь, какие шкуры были? То есть вот этот пух под шерсть, он у них блинит, и все. И она становится вот такая гладкая. Они камулы тоже плюс. Они тихие, они не орут. То есть пошлите камулы. Посмотрим дальше. Ну вот такие. Ну, смотрите, здесь 4-5 маленьких, 6 даже маленьких и 2 больших. Это папа, мама и семья. Они дрожат. От страха, наверное. Столько людей никогда не видели. И давайте посмотрим на последних баранов. Вот здесь водичку им принесли какую-то. И здесь их много очень. Я думаю, им так неуютно. Их столько, и они тогда убят от время спать. Посмотрим дальше на барана. Здесь продают вещи всякие из бараньей шерсти или шкуры. А это какая-то шерсть. Вот бараны. Привет, бараны. Thank you.
большая, выросла, да? Молодец. Старше, конечно. Те же самые бараны, но уже без рожек. Ну, здесь одинаковые, они по ходу. Вообще много кубков всяких, медалей. Барашку, но они, в принципе, все одинаковые. Кто-то с ножками, кто-то без. И на этом барашки не заканчиваются. Здесь всякие штуки. Большие здесь такие барашки. Пошли на. Вон с ними там рыба, вон в аквариуме. Пошлите, посмотрим рыбу. Еще рыбу. Когда рыбки видят. Это рыбная ферма. Сегодня Филиппинская отечественная полуконная порода, представители которой
который успешно выступает на различных фондах спортивных соревнований, как российского, так и международного уровня. Славу ведеров приносит успешное выступление за рубежом отдыха. Смотри на меня так. Таким образом, можно попробовать это родину. Представлены сегодня на этом Господи, вы повесите. Большой такой. Тонна 70. А вот это как еще баранина. Вот такой. Вот такой. То сейчас мы с вами увидим самую знаменитую упряжную породу. Амурский рысак. Красота, мощь, стать, сила и грация. Качество, слившиеся в середину лошади амурской российской породы. Амурский рысак по праву стал гордостью российского производства. Аналогов этой лошади нет ни в одной стране. Представители породы. Я пока пойду дальше. О, сейчас увидим потомство. Куча. Это дело. Пошлите. Когда Екатерина II после большого переворота 1762 года пожаловала ему в Воронежской губернии землю. Боже мой, как он гибкий. Дальше от этого, потому что можешь лепнуть. Вот сейчас будет этих коней выводить, заводить. Сейчас будут коней выводить, заводить и показывать нам. Yeah.